Всем привет! Игорь, поздоровайся с зрителями. Здрасте. Так, приветствую всех на своем канале. Мелькал у нас такой трактор в одном из видео, когда у нас троих вытаскивал. Стоял он дядя Вова, теперь перешел мне по наследству Сергея. Это Сергей Кириллов трактор. Батька его собирал. И вот они, ввиду финансовых затруднений, подвинули его мне по наследству. Мне его жалко в чермет отдавать, но бортовые здесь мертвые. Тьфу, бортовые, Кареткина. Надо их, мне кажется, не втулить, а уже сами валы, на которых они сидят, менять. И здесь втулки. В общем, делов много, а работы для него практически нет. Почему такой глушитель и труба, как бы? Он турбированный, это стоит движок с Нивы, комбайна. Они его воткнули, там 116 или 100 какие-то лошадей он. И они его воткнули, ничего не переделали, так вот сделал. Сейчас что мы делали, это, да, он с этой, вот такой Игорь уборку сделал, такой видон у нас, даже задние дворники есть, не то что передние. Так, сзади он с навеской, единственное, что он без этого, без лома. Лома и ходоуменьшитель, мы хотим на него поставить отвал, хотя бы, чтобы он нам навоз окучивал и где какую, может, планировку сделать. Вот так вот он, движок выглядит. Игорь помпу не смазал, а надо бы ее смазать. Видишь, она мажется где? Ага. Вот сейчас мы воткнули сюда стартер. Игорь говорит, что я, блин, колхозник какой, что ли? Я буду с кабины все заводить. И а что это? Чего? Должна же идти, по идее, дроссельная заслонка в кабину. О, так карбюратор-то какой стоит, лавковый, видишь? Не плавь. Я купил специально такой, еще когда у меня были пускачи на 80-ках. Где-то про это. Ну, увидел, поговорили, что самое лучшее это вот такой вот простой. Как К69 или К16 или 18. Ну, что-то такой какой-то карбюратор. Вот я его нашел, купил. По-моему, с МТЗовского этого мотоблока он. Что-то такое. И ничего не переделали, вот так поставили. Давай попробуем завести, Игорь. Ну так, заведем да заглушим. Попробуем. Этот, так включай. Бендикс, Мендикс. Игорь сейчас вон тяги ставит. Ага. Так. Включен Бендикс? Точно? Да. Ну, заводи там. А бензин что? Бензин. Открывай. Ну ладно, ты иди тогда, а я сейчас открою. Там вообще что есть? Ну давай, будем смотреть, что бензина нет, что ли, или что? В чем проблема-то в бензине? Процесс. Ага, да, снизу. Где он там, нету подкачки, да? Нету. Вон сверху она стоит. Игорек, ты что, блин? Не вижу. Вот это что? А вот. Обычно снизу они стоят. Поплавок падает вниз. Нажми на нее. И он когда целый, отпустишь поплавок, и он открыто там, не? Вот такой вот монстр. Осталось отвал найти. Ну что-то, по-моему, не идет. Да, тут бензина нет, нету, да? Залить, давай зальем. Сгодились? Ну да. Так, вот так это все выглядит. Я особо не работал на них.
Так что особо ничего не знаю. Как он, что тут и зачем тут. Это, видать, фара. Одна. Ну, сейчас Игорь команду и он поставит. Ну ладно. Сейчас продолжаем разговор. Сейчас Игорек стартует. Все там, посмотри, есть там. Ну, я вижу, выжала одна здесь. Давай. Больше тут ничего нет. Надо было залить его сразу. Ну, во-во. Это сразу видно же, да? Да, клоп стара с этого забивал. С воронки. Пускай прям туда сунь это горлышко. Меньше прольешь. Масло мы смотрели вообще здесь, нет? Нет. Но масло не ест, говорят. Надо посмотреть, что. Да. В гидробаке смотрели что? Нет? Mm-mm. Давай десятку зальем. У нас же есть десятка, да? Mm-hmm. Что там краник? О! Получилось! Давай ты в кабину, да? У тебя там ключ старта, нет? Не полетит у тебя тут все. Ключи-то. Надо убрать сейчас. Это надо убрать сейчас. Игорь, надо бы пошевелиться, а не этот. Как однорукий, на. Съемка-то. Не бесконечная же. А, это ручной добавка. Давай. Будет у нас чехпых или нет? О, даже масса включается. Так. Ага. Погнали. Охренеть. Давай. Ух ты, блин. Что ты, блин? Давай еще раз. Давай. Я еще не понимаю, что он хочет. Что-то он как строит.
Почтальон! Попёр! Сейчас ему прочихаться маленько дадим. Не привык, еще первый раз поворачивать не может на нем. Но якобы одна сторона заедает на нем. Боится в колею, говорит, провалюся, этот, не вылезем, сразу, говорит, сядет, ну. Вот такой зверь. Чтоб там не крутиться, его задом поставим сразу. Чтобы Игорь понимал, знал. Что такое дизель? Мало ли придется. Где-то что-то. Ворочает, наверное, кто знает. Сейчас маленько отстану. Подскажет. Перед одна сторона не ворочает. Упирается движок. А взад ворочает. Скорее всего, что на лентах выработка спереди. Завис, Игорь. Боится.
кто знает, подскажете этот. Вперед не ворочает, зад ворочает. Я думаю, что это на лентах тормозных выработка. Ну, кто знает, расскажет. Я потому что говорю, что я не работал особо, не ковырялся с ними. Видать, ну, катался. Все! Вот. Ну, уже сегодня 4 ноября. Красный день календаря. Это для красных. А для нас Казанской Божьей Матери. А мы вот сливаем. Все, сейчас, Игорь, посмотрим. Надо там 30. Ну так ты что, меньше? 30, 32 взял, нет? А, ты взял... Однорукий ты взял ключ, да? Ладно, сейчас промажем помпу, масло посмотрим, и будет стоять. Все. Лайки, дизлайки, какие подсказки, досказки, все, пишите. Интересно, пока его оставим. Ну да, оставим его, может, если у меня сил хватит. И пускай будет как НЗ, да, Игорь? Его, наверное, с завода не открывали, но... Можно. Ладно, все.